Всем привет, с вами Антон 99. И сейчас мы будем так вместе с бандитом Беги Стреляйка. Так. Сейчас я тогда вот так вот сделаю. Извините. Все. Так, сейчас я. Ой, все, креатив выключаю. Так. Тут уже есть клан, который называется «Жители». Так. И они уже нашли железо. Мы даже нашли один раз уже их базу. Ну, не мы, а я нашел. Но я ее не стал пока гриферить. Пусть они там подготовятся хорошо. Так. А мы вот только начали сейчас. Так. Так, надо сейчас уже сделать верстак. Сейчас я это дерево дорублю. В клане жителей состоит 4 человека. У нас тоже 4. Да, у нас уже 5. Сила 22. Максимальная сила 50. Классно. Так. Все. Сделаю себе деревянную кирку. Так. Всё. Нарубил камней. Топор. Кирка.
лопату. Меч делать не буду. Так. Меч я лучше сразу железный потом сделаю. Вот они офигеют. Мы сейчас добудем столько железа. Хотя они ночью могут зайти тоже. Так. Ну и все, мы сейчас пойдем в шахту. Куда они ушли все? Деревянная кирка мне не нужна. Так. Уже наступает ночь. Но ничего страшного, надо сейчас найти факела. Они очень пригодятся. Ай. Уголь, где же ты? Есть. Блин, палок нет. Сразу поставлю, а то вам ничего не видно будет. Так. Угля здесь, кстати, прилично. Хватит, мне кажется, даже надолго. Там его столько много. Все, даже я, наверное, не буду сейчас рубить уголь. Мне он сейчас не понадобится даже. Так. Вон 16 угла, это то есть так. Так. Ой-ой-ой. Какие тут гады. Так, если заблужусь, ничего страшного. Пропишу я в хом. Чант. Чахт. Вообще не понял ничего. Так, ну все, я, наверное, здесь буду копать шахту. Кизак мне, походу, сейчас будет помогать. Наверное. Вряд ли. Да, нет. Ну, я вот так вот в три блока буду копать, и все. Ай, да сколько здесь земли. Так. Ну и где железо? 57 уровень, мы в горе. Фигово. Так.
Это, кстати, очень хорошо, что я нашел базу жителей. Я ее могу тупо разгриферить. И все. У них база это из дерева. Так, я вам в этой серии, я, наверное, покажу. А, но я не покажу вам дорогу, как до нее идти от нашей базы, потому что эти люди меня смотрят, и они как увидят, и все, и нашу базу грабить пойдут. Поэтому я просто поставлю на паузу, а потом в ней уже буду. О, шахта. Шахта. Сейчас. Уху. Блин. Жопа. Два железа. Так это какой же? Это 42-й уровень. Так. Меч еще. В смысле? О, класс, все. Так. Найти бы шахту какую-нибудь. Было бы классно. Сейчас я уже пойду домой, наверное. Так, ну-ка. Сила 20. Блин. Так. Мне нравится этот плагин с фракциями. У меня сейчас последняя версия стоит. О, да. Что-то мне кажется, тут кто-то нет. Нету, не было. Все есть. Так, лава. Что делать? Блин, хавать хочется уже. Ай. Навстречу к железу. Так. Извините. У меня вещи все сохранились в инвентаре. Но сила вроде как упала на 3, да. Надо мочить их всех, да. Правильно, Зак, делать надо, восстанавливать силу. Блин, уже замочил их. Так. Печь, печь. Хвак. Все, сейчас. Так.
Джет. Вот сволочь. Я это все уберу потом, дорогие зрители. Вау, чувак, у меня косточки нет. Прости. Так, я скрафчу себе меч железный. Как же мне восстановить силу-то? Лексмит. Какой еще лексмит? Так. Все. Так. А лопата не нужна, это тоже, в принципе. Все. Нужные вещи. И пойду я опять, наверное, добывать железку. А, да. Я вам сейчас покажу, где находится база этих... Блин, как их там? Жители его. Я ее, кстати, сейчас не могу разрушить. У нас мало силы. Ну, не могу захватить. Так, сейчас, ждите. Все. Ну, вот и все, мы доплыли. Так вы ничего не узнали. Так. А, вот их грёбаная база. База жителей. Давайте посмотрим ее всю изнутри. Вот у них тут трава такая, все заросло, все классно. И кровати. 6 кроватей у них. Вот, ну и все. Может, у них еще какие-то тайны тут есть, конечно. Вряд ли. Нет у них никаких тайн. Или есть, я не знаю. Но только они не знают, что я так быстро нашел уже их, конечно. Так. Так. А, все. Не, не так. Как-нибудь вот так вот надо. Блин, лучок, если я тебя убью, ты меня... со своей армией валить будешь всех. Ну ладно, пофиг, короче. Сузак рубит дерево, я смотрю, упорно. Так. Блин, попёрли. Надо добыть алмазы. Ну, или очень много железа сначала. Потому что нам без этого никуда. О, всё. Силу 20. 3, 4, 5. Враги. Я им предложу стать врагами. Конечно же. Возглавлять банду. Не банду, клан бандитов. Кто года?
клан жителей возглавляет Фирок. Ну, будет возглавлять, не знаю, наверное. Потому что я чувака забанил, который возглавлял. А ее. Вот, кстати, вот это говнище надо выкинуть. Пипец, читак. Позор. Офигеть. Заговор огня. Отлично просто. Лучше не бывает. Все. Так. Новую карту поставь. По ней ориентироваться удобно. Так, сейчас я пойду встречу Гошу. Так, ну и все, наверное, я сейчас пойду в шахту добывать. Кстати, надо шахту сделать. Кто там? В... Нет. Так. Так, как там? ВДМ, да. Сейчас. Киви. Извините. Так, все, мы продолжаем. Так. Вы на визвании? Подожди. Придумайте ники. Так, подожди. Кто в... Блин. ИНВ. Итого у меня уже 6 человек в клане. А, давайте в шоу. Сила 24. Так, беги, стрелашка написал. Ты снимаешь, я говорю, да. Здесь уже, кстати, не заприлачено почему-то. Должно быть. Так, ну время я буду менять, конечно.
я в шахту. Давайте сходим в шахту. Покопаем железной кирочкой. Блин, еды надо. Так. Что делать? Нет, я сейчас сдохну. Сдохну. Блин, а. Еду. Еду, падла. Шерсть откуда? Да блин, 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 надо. Кто там Зак? Вот чё. Где еда, сволочи? Дай. Дай. СПС. Так. Зачем, блин, 20 раз верстаки крафтить? Так. Опа, Gangnam Style. Так, давай же. Все, мы вышли в шахту вообще-то, да? Блин! Да блин, Аню, пипец просто. Тьфу. Так, ладно. Что он увидел? Пипец! 23 силы из 60. Вот охренеть просто. 16 земель. Есть, я иду ношу. Осьминоги грёбаные. В жопу идите. Так, так, всё. Свинья. Итак, рыбкой в ад тороплю. Так. А, да, кстати, я хочу вам сказать. Еще видео 4. Вот сегодня сниму, завтра, да? И до 10 числа сервер не будет работать, и видео я не буду выпускать, я уезжаю. Я нашел. Мы уже железо нашли, он уголь нашел. Так, ну все, короче, я здесь буду. На, кстати. Вот где я шахту сейчас буду копать.
Все, здесь вот шахта будет классная такая. Так. О, я тоже уголь нашел. И что теперь? А, так что вот сервер, значит, не будет работать. Извините. А, но зато потом, когда я приеду 10-го, то появится сразу много видео. Я надеюсь, что я там буду снимать. Так. Какой? О, 46-й уровень. Есть железка. Сталкер, что-то знакомый какой-то. Он вчера заходил. Он еще на 1.4.5 вроде заходил. Игроков немного, да и слава богу. А, мне сейчас это вообще их не надо. А, так. Потому что сейчас, в принципе, такой сервак-то, да. Я его не пиарю даже, ничего вообще с ним не делаю. Вот, мне хватает вполне. Вот, ну, сегодня был человек, там, сколько, 35, может, днем было. А, и, знаете, как-то так вот. А одному я не справляюсь один с ними. Я просто ничего им не отвечаю, я решил так делать, и все. Так. Или я потом свободной земли, да, конечно, давно. Я потом кого-нибудь сделаю админом. Конечно, друга, кого я знаю. Например, вот Зака там. А, или еще кого-то там, этого. Жет 4 семерки тоже. Короче, кто в скайпе у меня есть, их. Так. Ну что там, какой же уровень, так где алмазы-то? Ну, 24-й. Кстати, координаты не запоминайте, ладно. То вы еще найдете мою базу. Не дай бог. Блин! What the fuck? Зачем я это сказал? Если посмотрит клан этих жителей мирных, это видео, они узнают координаты. Понишь? Понишь? Не поню. Так. Надеюсь, я ему админку не давал. Дайте. И креативку-то. Угу. Зах, я-то я помню, что ты переживаешь за себя. Так. Ой-ой-ой, все, тихо. Все. Алмазы, мы идем к тебе. Сколько? 6 руды. Так, так, так. Редстоун, который нам нахрен не нужен. Уголь вообще на 9 уровне в тему. Оба, дерево-то нету. Факела-то заканчиваются.
между прочим. Так. Блин, все. В общем, следующее видео, наверное, будет на сервере клан жителей. Полный состав. Сколько их там? 4 человека. А, ну, да блин, я захватываю тебя. 26. Отлично. Я рад. Земель 16. Чего? Молодец. Зак Малор. А, вступайте, кстати. Я могу добавить вас в клан. Мне очень надо. Самому, честно говоря. Так. Буду копить на этот, на железные доспехи. А, ну и в общем-то все, наверное, на этом. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон99. А, блин. Подписывайтесь на новое видео. И до свидания. Ha ha.